Всем привет! Выхожу из дома. Вечер. Сегодня у нас вторник. И мы поехали в магазин. Магазин Костко. Потому что дома нет картошки, нет мяса. В общем, вообще ничего нет. Пустой холодильник. Поэтому, кто хочет с нами, поехали. Посмотрим, может, какие-то есть новинки. Не знаю. Давно уже в Костко не была. Так что, кто любит Костко, идемте. Так, ну что, вот Костко наш. Наш Костко, тележек много, прохладно, я сегодня ботинки надела. Ох, и вот я в своей рубашечке, но мне холодно. Так, ты что? Как всегда, закупка начинается с тележки. Берем тележечку. Так, ну что, я надеюсь, народу будет мало. Я уже вижу, может, конечно, они там все скопились где-нибудь, но пока здесь никого нет. Что, посмотрим. Fish oil, здесь, в общем, все БАДы, витаминчики. Сегодня скидка 8,99 на fish oil, 1000 миллиграмм, D3, 7,99, 3 доллара скидка. Турмерик. Турмерик у нас 25,99, недешевая вещь, я бы так сказала. А, с черным перцем еще, представляете? Очень хороший антибиотик, да, говорят, для кишечника. Я, если честно, ни разу не пила, я люблю это добавлять в блюда какие-то, но не пила. Витамина С этого, господи, я столько выпила, когда железо принимала в начале еще. Но вот здесь вот, по-моему, очень много сахара вот в этом, в этой витаминке. Сейчас посмотрим. 20 калорий. В общем, здесь, видите, глюкоза, сиропы всякие, сахар, вода, в общем, vegetable oil. Я заказала себе другие на сайте, чисто кислый такой витамин С. Вот эти тоже, по-моему, они идут с сахаром, так что заказываю другие совершенно. Но их пить невозможно, они такие вообще противные, очень кислые. 11,49, неплохие витаминки, вот эти я помню раньше пила, тоже это для женщин очень хорошо, для ногтей, для волос, в общем тоже цена такая, 11,49, стоили 15,49, это детские витамины, тоже девчонкам как-то я давала, как-то было такое, большие упаковки здесь хорошо очень, 180 штук, представляете? Вот они еще с бананом, с апельсином, с лимоном. Разные. Коллагенчик. Кто пьет коллагенчик? Я вот не пью коллагенчик. А надо бы, наверное, да. И вот здесь еще биотин. А если у меня есть такие люди, кто вот употребляет, если кто-то пьет коллаген вот такой вот. Подскажите, пожалуйста, хороший или нет? Вот 19,99 стоили 4 доллара скидка сейчас Костко. Вот еще коллагенчик тоже есть. Вот такой вот биотин. Ладно, у меня, в общем, есть просто витамины. Я не хочу много в себя пихать всякого. Витамины пока у меня есть, я их пью. Плюс железо, в общем, достаточно мне. Apple cider. Уксус. Вот эти вот для чего? Тоже не знаю, если честно. Кто знает, подскажите, вот для чего пьют их. Так, цена у них 14,99, и можно взять большую упаковку, тоже скидка 9,99, очень хорошая упаковка, я потому что вчера, позавчера я в Таргете купила почти из этой же серии, ну, дороговато было, маленькая упаковочка, так что здесь выгодно покупать. Ох, ну что, появились диваны, посмотрите, цена 3,299,99 центов. Он кожаный. Здесь, конечно, такая вместимость довольно-таки глубокая. Стаканники. Я не знаю, отодвигается он вообще, нет? Да, и он еще на кнопочках. Ну, в общем, да, я его видела. Почти на наш похож. Хотя не совсем почти, ну, примерно так же. В общем, такая вот цена у него. Мебель. Так, ну что, пойдем. Может быть, вещички посмотрим. А вот здесь, кстати, еще бижутерии, смотрите, выставили. Давайте еще посмотрим красивые вещи.
Можно, кстати, не было до этого, посмотрите. Как все блестит, как красиво. 50, ну, грубо говоря, $50 сережечки вот такие вот. Подвесочка такая тоже прикольная, в общем, наборчик. А, вот смотрите, какие. Ну, вообще красота. А эти $70 стоят наборчик. Ну, это прям вообще, ну, вообще. Сердечки. Ну, сейчас же День Святого Валентина, вообще идеально просто. Браслетики. Вот, кстати, такой вот браслетик. Сколько стоит? $50. Такой вот. В общем, безделушечки. В общем, бижутерия. Посмотрите, какое сердце. Ну, вот сейчас будут мужчины дарить. Здесь очень любят дарить такие вещи женщинам. Ну, все. Скоро будет много счастливых, как говорится, обладательниц в День Святого Валентина. Красота. Кстати, новинка, наверное. Или бы я не видела, не обращала внимания. Sour cream. Взять, попробовать. 7,99. Я не видела, если честно. Potato chips. Ну-ка посмотрим сейчас состав у него. Sunflower, подсолнечное масло здесь. Органическая сметана. Молоко. Слушайте, интересно, попробовать взять. Остальное такая не читаю, конечно. Но тапиока стрейч, кстати, тоже неплохо. Вот, так что возьмем. Может, даже Сонике понравится. А вот мои любимые чипсы. Не вот эти вот, это яблочки. Кстати, на них скидка, я смотрю, что-то как-то лежат. Видимо, люди берут 8,39 вместо 11,89. Такие вот органические apple chips. Ну, тоже прикольно вот так погрызть. Можно взять. И картошечка это стоит 7,39. Вот это моя любимая картошечка. Солененькая. Возьму упаковочку. А вот еще ranch tortillas чипс. У меня Стеша любит такие чипсы. Это тоже кето идет. Ranch. Может, ей понравится, тем более с ranch еще. Ну, знаете, в школу хорошо брать. Вот у них перекусы, чипсы какие-нибудь. А сделано... А, здесь алмонд, кстати. На алмонд, не знаю, мука. Да, ну, из миндаля сделана мука. Но они с ренчем, с ее любимым. Может быть, ей понравится. Тоже можно взять. И, в принципе, может, погрызут. Вот эти самые классные тортилла чипс. Вообще прям нравятся все время. Но я их сейчас не хочу не брать. Потому что уже слишком много. Так, ну ладно, идем дальше. Сухарики. Ой, я так, знаете, когда приехала... Я вообще любила сухари дома, когда в России жила. Обожала сухари. Вот здесь вот такие вот сухарики продаются. Они итальянские. И сейчас, кстати, 7,39 они стоят. А стоили 10,89 сухарики. Иногда так хочется, если честно. Бискотти. Они с орешками... Чай попить, да? Вообще класс. Надо взять. Давно не брала. Возьму. Сейчас возьму вареницы. Мне надо... Варенье мне нужно взять из голубики. Сейчас посмотрим что-нибудь сладенькое еще такое, чтобы на тосты, в общем, школу мазать, чтобы удобно было. Вот мед 24,99 стоит. Скидки на него нет. Ну, такой красивенький. Прикольный, жвачка. Я все время раньше называла пожевать. Все время любила. Это одна светлая, одна темная. Одна темная, одна светлая. А вот светленький совсем. Хорошенькая. Прям пачечка такая. Медок такой прям. Когда гости придут тоже, да, для себя и для гостей. Так нарезал сыр. Вообще красота.
24,99 стоит. Но я мед брать не буду, потому что у меня мед дома есть. Меда много. А завтраки есть. Вот здесь можно завтраки посмотреть. Какие-нибудь. Вот скидка есть на Стешина любимые 6,29, две упаковки. Вот эти колечками. Хани. Возьмем эти хани. 2,40 скидка. Смотрите. Я же сказала, что мне нужно варенье. Мне нужно именно вот это варенье. И оно осталось. Ты представляете, вот прям меня ждет, стоит. Так, даже смешно, если честно. Это варенье классное. Че, забрать его, что ли? Прям на него наклеили. 6,99 стоит. Надеюсь, с ней все в порядке. Ну, грех не взять. Я прям думала, надо вот прям купить, не забыть. 6,99. У меня Алина любит делать. Тосты надо ей. В общем, заберем. Что-то так наклеили, ладно. Оторвут сами. Каши вот эти я перестала брать. Они, кстати, очень хорошо, в принципе, заваривать. Но они все равно такие сладкие. Мне София сказала, мама, нежелательно их есть. В общем, мы варим теперь сами. А вот такие не берем. Вот, кстати, скидка 10,49. Вот. Но можно есть, конечно же, их. Ну, чисто просто мы перестали брать. Так, еще я возьму в ланчбокс. Мне нужно будет девчонкам в школу. Вот такой вот apple соус. Очень удобный. Яблочки. В общем, вместо яблок, когда яблок нет. Тоже классно. Классно взять. Тёма идет. Вот эти я покупала, они сейчас доели. В общем, надо, как говорится, поменять немножко рацион. Берем другие. Так, все у меня. Че? Оттуда идешь. Все. Руки освободились. Так, ну что? Все здесь переделали, я не знаю. Все, по-моему, переставили. Это, знаете, как чтобы этой деменции не было. Я дома тоже так делаю. Все перестраиваю, все перекладываю. Вилки, ложки. У нас вдруг приходит Тимофей. А правда, как у вас мама все время говорит, перекладывает? Потому что Тимофей все время говорит об этом. Мы такие, ну да. Вот он говорит, ну да, хорошо, деменции не будет. Ну, в общем... Типа такая тема. И вот Костка тоже. Придешь все время с одного места на другое все. Так, идем дальше. Идем дальше. 8,79 свекла, я так понимаю. Это салатик. Можно сделать сразу быстренько. Она уже готовая в баночках. Свеколка. Никогда не брала, представляете? Вот никогда. И сейчас просто так задумалась, думаю, взять что ли. Вдруг это очень вкусно. И прям сомневаюсь. Прям не знаю, что делать. Прям на распутье с этой свеклой. Так, а это у нас за 5,89. Органическое что-то такое. Но все в таких больших упаковках. Мы столько не съедим. С одной стороны. Такие вещи у нас не очень хорошо едятся. Это только если мы с Артемом будем жевать. Это вот, кстати, томатики. Очень хорошо тоже иметь. Дома иногда в блюдо добавлять. Классная вещь. Оливочки у нас дома есть. 11,59. Очень большие две банки. Огромные. Вот одна баночка. 5,99 стоит. Зеленые оливочки, кто любит. Вот такая вот баночка. Это хорошая тетечка, кстати. На многих продуктах. Органических, да, органик. Так, бекончик 8,99, такой уже готовый, нарезанный, можно в салаты добавлять, копченый, карбонара, то есть можно в пасту добавлять, карбонара делать. Кстати, можно взять хоть с чем, ну, яичницу даже утром можно сделать. Здесь даже есть рецепт написан. Возьмем. Я давно не брала, как-то было у нас, но мы очень долго ели, конечно. Я давно хочу, мне надо 12,99, стоит вот такой вот органический бальзамик винегер. Так, нужна мука, 16,99, не брала ни разу, моей нет. Ну, может быть, это, конечно, и неплохо, надо попробовать, как говорится, что-то новенькое. Возьму вот это вот, две упаковочки здесь, получается,
на пиццу, панкейки. В общем, короче говоря, изменим нашей муки. Нашей муки нет. Вместо нее, видимо. Так что возьмем. Дома вообще ни муки, ни мяса, ни картошки, вообще ничего нет. Самое основное — это мясо, картошка дома, мука, яйца и все. И ты жить можешь хорошо и спокойно. Так, приправки. Приправки сегодня мне, конечно, не нужны. Органический, вот здесь это лимон, 100% сок. Ну, где-то, по-моему, тоже Соня у меня смотрела, американских каких-то блогеров, которые ходят, все там высматривают, содержание и всего прочее. Говорят, что лучше все-таки лимон выжать. Ну, это для ресторанов, это очень удобно в любом случае. Вот, а дома можно лимончик выжать при желании. Все-таки лучше будет он. Так, сахар я здесь брать не буду. У меня сахар еще есть. Мне все-таки понравился сахар в этом Sam's Club. И как-то прям, мне кажется, он лучше, чем этот. Поэтому я не буду брать сегодня. Хотя мне сахар надо. Бейкинг-сода в большие упаковки. Нет, тоже не буду брать. Соль у меня есть дома. Что показать вам еще? Не знаю. Вот масло сколько, посмотрите. Такое масло виноградное есть, из виноградных косточек. Это у нас масло, сразу скажу, вот это вот, кто не знает, оно очень жирненькое. Его даже можно, знаете, с пельмешками кушать, вот с этими итальянскими немножко подаешь. Это оливковое экстра. Очень жирненькое такое, но оно не для жарки. Если жарить, все будет жирное, просто ужасно жирное. Поэтому для жарки не брать, а вот... куда-то наливать, куда-то что-то в салатике очень хорошо. А это у нас что такое? А, это трюфель. Трюфель, посмотрите. Добавлять 24,99. Такая баночка стоит. А вот еще 32,99. Трюфельс. Тут еще специально вот нарезать можно, такая вот упаковочка. Смотрите, как стало дорого. 33,99 стоят вот эти вот орешки. И маленькая упаковка. Раньше она была большая. То есть как бы не первый раз уже в Костку снимаем. Орешки нужны. Мне Стежка просила. Так хочет она эти орешечки лесные. Надо взять. Так, раздел кофе. Я уже в этом кофе ничего не понимаю, так как уже не пью его, ну, почти 5,5 лет. Такие коробочки, всякие штучки. Я даже не знаю, какие сейчас уже приспособления. Тогда, я помню, давно еще уже были в Германии, я, по-моему, ездила. Очень дико было, знаете, вот эти вот капсулки вставлять. Я очень много лет тому назад. Вот, а сейчас даже я не знаю, что вообще есть. Какое кофе, какие машинки. Ну, в общем, по кофе, что могу сказать? 22,59 – это вот известный такой... Dunkin Donuts, да, компания, которая здесь кафешки с пончиками, с мороженым. Вот. Maxwell House 10,99 дешевле гораздо стоит. А что еще? Колумбийская, да, Колумбиан кофе 100% 15,99. В общем, все переставили здесь. Что-то кофе-то не пахнет сегодня вообще никак. Артём, ты будешь нюхать сегодня кофе? Ты как заядлый нюхальщик. Он любит кофе, прям запах, аромат. Вот это что, френч написано roast. Что означает? Ну, французская, наверное. Обжарка? Да. Ничего себе. Я не спец. Мы вообще уже не спецы. Папа, я не вижу. Ага, прям все запечатано. Вот от Starbucks. $20 стоит. Сколько там, кстати, по весу? Это dark, да, идет? 2,5 паунда. Вторая тележка, взял молоко наше, да, лактоид мы берем. Там нет, не это газировка. Какую? Какую? Спрайт ты брал? Нет, еще забыл. Угу. Спрайт. Спрайт, ладно. Угу. Белые яйца только остались, что ли? Ну, то, там, если только в коробке что-то, не знаю. Да, черный, коричневых нет, и да? Шарлотте пеленочки взял. Взял кошкам наполнитель. Батарейки. У нас сегодня проблема была с батарейками. Все, разошлись. А, Баунти наши любимые, конечно же, полотенца. Газировку Артемка взял.
Сан-Пеллегрино. Спрайт, соки. Соки, я не знаю. Нужны креветки. Сейчас посмотрим, креветочки какие-нибудь. Вот эти, наверное, я возьму. Они уже готовы. Так, chicken tenders. Тоже очень хорошо делает Тимофею. Понка $20. Что-то прям так широко стало. Хорошо. Здесь раньше все забито было. Чем? Ну, а коробками какими-то, еще чем-то. А прям идешь сейчас, и мы не вмещались. Или было вообще народу сегодня просто нет. Камбуча, Артем, ты хочешь камбучу? Смотри, скидка 9,96. Да, вот это вкусная такая камбуча. Ну, как сказать, детям нравится. Она, кстати, это как раз с этим... С паракуи, по-моему. Угу. Берем Сан-Пеллегрин, газировочку решили поменять. Оставим здесь. В общем, другую водичку возьмем с разными вкусами. Вот этот возьмем соком. 11,99. Слушайте, мне кажется, что я все тише и тише говорю. У меня такое ощущение, что у меня уже сил нету. Так, молочко мы брать такое не будем. Так, возьмем сливочки. Оно дешевле стоило, по-моему. Воду я брал, вода уже 4 с лишним стоит. Серьезно? А я орехи взяла. Орехи вообще дорогие стали. Вон то. А то, по-моему, не соленое. Как раз, да. Так оно, по-моему, даже дешевле. Вот это вот масло. Его меньше, но оно лучше. Но оно зато вкусное. А вот это вот, ну, больше, наверное, на готовку пойдет. Или вода. Это молоко, по-моему, да? Молоко? Не могу понять. Нам нужно готовить наше любимое блюдо карри Тимофею. Да, это coconut milk. Вот здесь прямо написано. Coconut milk 10,99. Вот люди ищут проблемы, да? Да, берем. Так, сметанку я забыла. 4,99 сметана. Прекрасная, недорогая. Большая банка. Ну, пока есть порошок. Так, газировка, порошок. Спрайт, да, нам надо взять? Ну, здесь прям очень много спрайта. Прям очень-очень. Большая упаковка. Кстати, раньше тоже, по-моему, доллар 12. Да, 17,49. Все вообще подорожало. Что, берем? Давай. Много, конечно. Ну, ладно, мы... Придется куда-то убирать, прятать, иначе они у нас всю коробку выпьют. Вы знаете, у меня дети уже, вот действительно, они не могут жить себе здесь без газировки. Это, конечно, очень плохо. Ну, вон ту буду я им газировочку давать, а это выдавать придется. Под контролем. Они же здесь вообще любители. Торт с газировкой, торт с соком. То есть вообще какие-то чаи там они не пьют. В общем, все сладкое. Моим детям так волю, да, они вообще будут одно сладкое только есть. Да, скидка есть на него? Нет. Бесскидочный. Второго не вижу. Нету второго. Вообще с ним продукции даже так не так много. Второй, может, не давай, может, его лучше возьмем? Да, супы продаются. Готовые блюда, перчики, курица. Можно уже купить и сразу все. И в духовочку, да. А здесь вообще готовые, да, макароны уже. Пироги с курицей, рулетики. Рулетики нам в тот раз не понравились. Хочу попробовать взять вот такую штучку. Лепешечка такая. Здесь авокадо, сметанка. В общем, с курицей. Тёпка, давай возьмем. Придем, поедим, посмотри, подогреем. Готовое уже. Вот рулетики мне, конечно, не очень нравятся. Вот это мы не пробовали, возьмем. Сейчас придем голодные. Так, курочку возьмем. Курочка, курочка. Две курицы тоже подорожало. Вообще цены просто бомбические. Серьезно говорю. Вот эти две штуки, ну не стоили они $33.40. Было всегда где-то там около 20. В общем, короче говоря, вообще все дорого. Берем курицу. Две штуки. Ого,
Ничего себе. Давай, да? Ладно, пусть сам выбирает. Я сейчас посмотрю еще фарш. А, фарш индюшки. Сонька просит фарш индюшки. Так, это 17... фарш 23,99. А? Вот это, да, возьми. Две штуки. Да, да, ничего страшного. Сегодня Сонька предлагала карточку мне продлить. У нас карточка закончилась в Sam's Club. Не знаю, конечно. Посмотрим. Но Коска вообще дорогой стал. Дорогой, да, Коска стал. Реально. В Sam's Club последний раз я была, гораздо дешевле было. Мы в январе-то вообще были здесь, Коска? Ну, мы в Софии заезжали, да. Ну, может, в январе подорожало? Не знаю, может быть. Конечно, свининку возьмем. Ну, вот смотри, сколько свинины. 33,49. Можно взять такие ребра. Сало. Ой, знаете, что хочу? Я хочу пельмени с капустой. Вот прям очень хочу. Вот стоит $27. Здесь, конечно, столько много. Мне вообще буквально немножко надо. Вот можно сало, кстати, засолить, наверное. Я не делала ни разу, не солила сало. Ну, просто Тёмка, он любит иногда эти вещи. Мне надо это научиться делать, наверное. Сало, сало. Блин, пельмени с капустой было бы классно. Тём, смотри, сало есть. Можно сало засолить, смотри. Говядина? Ну, вот свинина только если вот такую взять. Перебор будет? Ну, ты ребра не любишь. Бери тут кусок, бери ту упаковку просто, а я сделаю еще фарш из нее. Короче, прокрутим, все сделаем. Цену покажи нам. Нам интересна цена. Вот 18-20. $2.5 за паунд. Ну, это вот подорожало. Тоже, да, подорожало, да. Все. Ну, короче, мясо, как всегда, дорого. Орехи вот дорогие, реально видно. Курица... Реально дорого, прям очень. Даже яиц сегодня уже под вечер нету. Давайте рыбу посмотрим, почем. Тоже интересно. Вот такой кусочек. Салмон 21,17 стоит. 1,63 паунда. Так, это у нас треска, я так понимаю. Да, атлантическая треска. 22,08. Так, вот рыбка еще. 34,8. Мать моя женщина. Ну, вот есть кусочек за 2,28. Самое дешевое. Это на коже. Рыбка на коже. Это подешевле. 22,28. Но это уже просто без кожи, я так понимаю. Нет, с кожей. Здесь очень большая. 32 большие кусочки здесь получается вот за 3,49 паунда, здесь 2,23, в общем $10 за паунд рыба с кожей, а раньше мы брали без кожи за 10, ну 11 может максимум. Ну-ка здесь посмотрим. Да, вот здесь вот 12 она уже стала, тоже чуть подороже, такая большущая рыбеха, 38 на $40 уже. Возьмем вот эту вот на коже, 22-28, есть рыбка. Вот такой хвостик, это смотри. Транзвой, забыл, треска трот, а это, блин, я забыл. Я тоже забыла. Сегодня 13,99, целый лоток апельсины, так нам не нужны. Это что-то такое за 4,49, джус оранж, для сока, видимо. Такие апельсинчики. Что, берем? Лимоны? Так, возьмем круассанчики на утро. Так, до 12-го. Сегодня у нас какое число-то? Я забыла, какое сегодня число. Боже мой, счастливый человек. Я как всегда. Тортики здесь есть. Вот этот чизкейк, что ли, такой классический, 16,99. Вот этот прикольный такой карамельный торт. Тирамису тоже очень вкусное. Красный бархат тут. Тоже клевые. $10 стоит с кремом. 12-го тоже классные. Взять, что ли? Возьму, наверное. Так, Тёма взял картошку. Почем картошка нынче для народа? 49. Да ладно.
Нормально. Не 10? 6? 6,9, но она и, я по-моему, 5 тоже. Это тот случай, когда цены реально... Мы никогда не смотрим на цены, но в памяти, видать, какие-то записывают. Да, да. Это очень видно. Прям. То есть видно, как там что-то намного поднялось. Так, ну ладно, посмотрим. Ну, лук, наверное, точно возьмем. 4,29. Да, вот этот вот. А, яйца красятся. Яйца красятся, кстати. Тёма мне все время предлагал эту луковую шелуху яйца красить. Никогда не красил на Пасху. Как раньше делали. Более натуральный цвет. Ну, и сейчас делаю, да. Но как бы это лучше, чем краской красить. Я согласна. Там нужно, да. Хлеб да, хлеб тоже нам нужно. Для тостов надо взять. Давай здесь бросим, а то неудобно с ними ходить, они тяжелые. Так, я сейчас за хлебом схожу быстренько. Так, булочки для хот-догов. Это нам нужен хлеб. Нет, артезианский. Вот этот вот возьму, наверное, в бейкере. 5,79 стоит. Хлеб, конечно, это не очень хорошо, но делать... тосты в школу. Знаете, как-то щи наливаю какие-нибудь. Там все ржут в школе на Тимофея. Не, он нормально к этому относится. Но я, если честно, прославилась на всю школу уже, по-моему, с этими ланчами неординарными. Так, все, да, ты рыбу мне перекидываешь. Еще помидоры. Яблоки зеленые взяла вот такие. Где-то около $8. И вот наши любимые за 5,50 где-то. Тоже такая цена, кажется. Если честно, телефон просто не смогла взять в руки, потому что там вообще холодильник такой. Просто все замерзает сразу же. Я даже говорить там не могу. И салатик еще, упаковочку взяла. Он тоже раньше $3 чем-то стоил, сейчас тоже подорожал, 4 с лишним. Посмотрим помидорчики, упаковочку. Надо какие-нибудь красненькие, Артемка. Можешь те взять, может быть, лучше будет. Ага. Вот, кстати, хорошенькие на веточке. 5,49 стоит. Да? Выбери, какие тебе больше нравятся. Это любители помидоров. Можешь огурцы еще взять, кстати. Покрупнее нравится. А, ну бери покрупнее тогда. Я же тебя не отговариваю. Я просто же... Ну, вот я поэтому тебе предложила те. Смотри, как обижается на меня, представляете? Я ему лучшее предлагаю, а он мне это... Сам видит, что помидоры не очень. Я люблю крупные, ну... Но они реально нездоровые какие-то. Да, лучше вот эти возьми. Тоже. Тоже напыление? Ну сегодня костка вообще просто. Костка просто нас удивила. Нормальных помидор нет. А у нас авокадо, в принципе, мы покупали, но уже все уже. По-моему, съедено. Это очень зеленое. Нет, Колумбии не будем брать, она невкусная. Нет, нет. Так, ну все, набрали всего. 2 тележки, и все, мы едем домой сейчас. Магазин тоже уже скоро закроется. Наверное, больше ничего не покажу сегодня, что смогла вам показала, потому что... Вот, кстати, наборчики хорошие. Классненькие контейнеры такие, симпатюшные. Все, что могла, показала. Выходим. А Артемке срочно нужно выезжать и делать дела, доделывать там какие-то. В общем, не можем больше гулять. О, смотрите, какой стол. С какими кожаными креслами. И тот кожаный диван, который в начале. Там, по-моему, кожа прям такая же. 749. Вот прям так в коробочке продается. Это реально с тем кожаным диваном, который я в начале сняла. Вот так сделать в гостиной, ну, просто идеально. 4,5 тысячи долларов и красота. Так, здесь мы были. Все, выходим. Складываешь, потом выкладываешь. Обратно складываешь. Да. Вангуешь? Давай. Будем под 700, не меньше. Точно? Сегодня, получается, будет закупочка по нашему... Как называется? Чеку, да? Или как сертификат он? Разгон. Сегодня по нашему сертификату разгон, который выдается от Костка, кэшбэк, который возвращается. Так что посмотрим сейчас. Ну что, сегодня сколько? Ну, $612. Почти угадал. Да, 250 из них сертификатом, остальное с картой. Тёмка, ты такой уставший вообще. Капец. Сейчас еще надо работать.
Прям вот видно по человеку. Просто сейчас упадет. Я еще буду до 3 часов ночи сегодня сидеть. Короче, у нас там проект, и надо срочно доделать, поэтому Тёмка не спит ночью, вся активность, поэтому он такой вечно сонный у нас. Сегодня со мной еле-еле ходил по магазинам. Молодец. Жирочка, водичка. Что-то так прям пить захотелось очень сильно. Пока гуляли. Сил надо набраться, пойти все это сейчас загрузить в машину. И все. И мы поедем домой, пойдем работать, спать. Этот человек еще хочет куда-нибудь съездить, там часов 10 за рулем. Не знаю, сильно нет. Прям мечта у него куда-то выехать. В общем, будем смотреть, не знаю. Может, куда-нибудь уедем. Пока еще точно не знаю, но посмотрим. Хотя бы до Майами доехать. Че там доехать? До Майами-то точно доедешь, а вот куда-нибудь подальше сложно. Ну, в общем, мы так, мы погуляли. Надеюсь, вам понравилось. Все. Пока. Пока. Ну что, обладатели 2 тележек еды. Едем домой. Че, я иду? Я иду. Смотрят на меня. Опаздываю. Отчитаться надо перед девушкой. Я не знаю, как они смотрят на это все. Вот из этой каши я бы сам давно с ума сошла бы. У меня глаза вот так вот были. Как можно это все просмотреть, что чего-то ты забыл или лишнего тебя пробили? Просто нереально, мне кажется. Как это какой-то глаз должен быть. Какая-то чуйка должна быть.